Доброе утро, уважаемые коллеги. Разрешите представить клинический случай терапии у больной с диссеминированным HER2 положительным раком молочной железы. Пациентка М, 55 года рождения, обратилась к нам в 2013 году с жалобами на образование в правой молочной железе. По результатам обследования от июля 2013 года обнаружено образование в правой молочной железе, увеличенные лимфатические узлы средостения, единичные очаги в легком и 3 очага в печени. На основании обследования выставлен диагноз рак правой молочной железы Т4М0М1, гистологический инвазивный рак, фенотип люминальный Б, HER2 положительный. С августа по январь 2014 года пациентка получила 8 курсов химиотерапии по схеме Docetaxel плюс Trastuzumab раз в 3 недели. При контрольном обследовании в октябре 2013 года отмечена выраженная положительная динамика в виде увеличения первичного очага. Также проводилось обследование в ноябре 2013 года, положительная динамика. С февраля по сентябрь 2014 года без признаков отрицательной динамики. Продолжена терапия трастузумабом. В апреле 2014 года метастазы в печени перестали определяться, молочная железа без прогрессирования, единичные очаги в легком без прогрессирования, лимфатические узлы средостения без прогрессирования. Продолжена терапия трастузумабом. С июля по октябрь 2014 года молочная железа без прогрессирования, метастазы в легком лимфоузлах средостения в печени без прогрессирования. Продолжена терапия трастузумабом. В январе 2015 года отмечено уменьшение опухоли в правой молочной железе, метастазы в легком лимфоузлах средостения и в печени без прогрессирования. Продолжена терапия трастузумабом. Пациентка также динамически наблюдалась каждые 3 месяца без отрицательной динамики. Однако, по данным обследования, в октябре 2015 года отмечено увеличение первичной опухоли. По данным КТ органов грудной клетки и органов брюшной полости, без данных МТС. Какова же дальнейшая тактика лечения? Первое – это хирургическое лечение, лучевая терапия на первичную опухоль, химиотерапия плюс лучевая терапия, химиотерапия или оставить пациентку под динамическим наблюдением. У пациентки по данным контрольного обследования имелось только одно проявление болезни в молочной железе, правильно? Да. А в остальном в лимфоузлах средостения, в очагах, очаги в печени и в легком без отрицательной динамики. То есть они определяются на момент исследования? На момент исследования определяются только лимфоузлы средостения и очаги в легком. В печени метастазов нет. По результатам данного исследования нет. Коллеги, ваше предложение? У пациентки диссеминированный процесс, растет только один очаг в молочной железе. То есть у пациентки прогрессирование. Хирургическое лечение. Я за химиотерапию лечу. Смотрите, это не редкая история сейчас уже в нашей работе, когда исходно диссеминированные больные, особенно с нелюминальным HER2-позитивным раком молочной железы, иногда люминальным B-HER-позитивным, но тоже с высоким КИ-67, потрясающе отвечают на простузумаб, содержащую терапию с таксанами. Сегодня, это 2013 год, сегодня был назначен Docetaxel, простузумаб, пертузумаб было бы, может быть, еще лучше, но это отражается именно во времени без прогрессирования, в первую очередь. Значит, и в патоморфозах потенциально. Значит, и мы зачастую имеем очень длительное отсутствие роста отдаленных метастазов. Более того, в печени у нас уже есть пациентки, которые там 10 лет назад были метастазы в печени. Они полностью ушли, а вот с первичной опухолью, как ни странно, там что-то остается, и через какое-то время оно начинает расти. Несмотря на то, что все остальное контролируется. И если доктора увидели, что только первичная опухоль начинает поднимать голову, при этом нигде больше чего ничего не растет, то, мне кажется, абсолютно правильная мысль ее и убрать. А потом
подумать о каком-то возможном адъювантном лечении. А может быть, и оставить все то же самое. Один трастузумаб в качестве поддерживающей терапии. То есть есть вариант. Если будет не мастектомия, если будет радикальная, лучевая терапия, вот я не уверен, что она нужна. Мы пытаемся с помощью лучевой терапии уменьшить риск локального прогрессирования, который должен отразиться в увеличении общей выживаемости у больных в четвертой стадии. Как-то это сомнительно. А если мастектомию сделать, так и... В том числе и быстрого местного рецидива, если это место распространяется, который также будет расти и также будет очень часто... Большая опухоль изначально была. Можно и так. То есть это не вредно. Ну, скажем, не знаю. Коллеги, что с пациенткой в итоге? А мы провели дистанционную лучевую терапию на первичную опухоль. Далее пациентка получила химиотерапию по схеме трастузумаб плюс ксилода. Дистанционная лучевая терапия, это не было обратным шагом, стандартным шагом, но это было условие протокола, по которому получал пациентка трастузумаб. И в этом пациентка, если бы выявлен был рост... А, это было с протокола? Если был бы выявлен рост опухоли в молочной железе, пациентка была бы снята с протокола с трастузумаба. И это было принято нестандартное решение. Вообще она была у вас клеопатра. Исследования мы не будем называть, и мы провели лучевую терапию с целью остановки роста опухоли в молочной железе, поскольку вообще хирпозитивные опухоли, они невероятно... Протокол на ее нет. Ксилода. Вторая линия с протоколом, она была снята. Она все равно получала в рамках, может быть, я не буду лезть в химиотерапевтические моменты, поскольку я лучевой терапевт, но пациентка смогла дальше получать трастузумаб в рамках протокола. Мне кажется, это было в рамках протокола. Больная очень похожа на Клеопатру. Сори, значит, попавшая в группу без, так сказать, кариеты. Значит, и там действительно в Клеопатре нельзя было сделать, убрать тот очаг, который мониторируется, если он единственный, чтобы оставить больную в протоколе. Да? Но можно было его получить. Там ты, у вас тогда должен был оставаться трастузумаб. Дальнейшие. Они его продолжали обеспечивать. Тем не менее, мы провели лучевую терапию на молочную железу с очень хорошим эффектом, потому что хирпозитивные опухоли, они невероятно чувствительные, и, собственно, мы получили то, что мы хотели получить. Спасибо, Марина Васильевна. По данным обследования, в ноябре 2015 года отмечено значительное уменьшение опухоли в молочной железе, метастазы в легком без отрицательной динамики, уменьшение лимфоузлов средостения, метастазы в печени без отрицательной динамики. При контрольном обследовании уже в январе 2016 года множество метастазов в головном мозге, метастазы в области костей свода черепа, по данным КТ органов грудной и брюшной полости без отрицательной динамики. Пациентке также выполнено ПЭТ-исследование, доказано на наличие множественных метастазов. Какова же дальнейшая тактика лечения? Лучевая терапия, химиотерапия или химиолучевая терапия? Она получала это на фоне ксилоды и трастузумаба. Да. Лучевая терапия? Конечно, здесь, скорее всего, о тотальном облучении головного мозга при таком множественном поражении. Наличие кистозных метастазов гомонож как бы здесь не очень. При молочной железе количество очагов больше 5 является показанием для проведения тотального облучения головного мозга. Вот здесь. И плюс, ну, может быть, это вопрос такой неоднозначный, но когда кистозные метастазы, то тут действительно гомонож, наверное, скорее. Пациентка с клинической симптоматикой была? Да. У пациентки была выраженнейшая неврологическая симптоматика, она практически уже не ходила. Провели тотальную лучевую терапию. И дальше этот вопрос о лекарственной терапии. С января по октябрь 2016 года мы выполнили пациентке лучевую терапию на весь головной мозг, суммарная доза 30 грей. Далее провели 6 курсов химиотерапии по схеме гемцитабин плюс цисплатин плюс биодайм плюс трастузумаб. Далее пациентка получила трастузумаб залидронную кислоту раз в 3 недели. Потому что
Черт, хороший вариант, в принципе. Тут, кстати, не люминальный вариант рака молочной железы. Если не люминальный. Я не знаю, 16 году был ли доступен, катила работает при метастазе головного мозга. И как раз она является одним из самых эффективных препаратов у больных с нелюминальным вариантом. Но, возможно, она была труднодоступна. Поэтому вариант генцис хороший вариант. Трастузумаб, пертузумаб прекрасный вариант. Вопрос, его пришлось убрать, пертузумаб, дальше, без поддержки? Да. Это, наверное, просто вопрос доступа к препарату, да, да, скорее стоял. Нет, ну все-таки принципиально очень вопрос, насколько оправдана смена химиотерапии при отсутствии экстракорпоратного... Экстракраниального. Не знаю. Мне кажется, категорически не оправдан. Ну, Бог его разберет. Там, мне кажется, к Ксилоду заиграли немножко рано. Потому что То же самое. Если бы Ксилода не была заиграна, то... В такой ситуации мог бы рассматриваться как цитабинлопотениб, как вариант терапии. Но опять-таки, действительно, Бонни Сан абсолютно права. При отсутствии экстраниального прогрессирования предыдущая линия лечения, по большому счету, не меняется. Но этот вариант тоже он хороший, потому что и платиновый гемцитабин проникает через гемотоэнцефалический барьер. А что делать при следующем, да, прогрессировании? Потому что неизбежно будет прогрессирование головного мозга дальше. Вот тогда уже имеет смысл В ноябре 2016 года было отмечено увеличение первичной опухоли и увеличение образования в правой теменно-затылочной области с увеличением перифокального отека. Ноябрь-май 2017 года провели 8 курсов химиотерапии по схеме паклитоксел плюс карбоплатин плюс транстузумаб. Далее продолжена терапия транстузумабом. Провели стереотоксическую лучевую терапию на метастатический очаг. По данным обследования отмечена выраженная положительная динамика. А вот у меня тут вопрос. Как оценивать рост вот этого единственного сальтарного очага? Это же может быть радионекроз с отеком? После летальной лучевой терапии? Ну, После летальной лучевой терапии радионекроз бывает не очень часто. Я его, например, никогда не видел. А после... Радиохирургия – это частая вещь. Нет, ну, иногда наши, так сказать, нейрорадиологи, они умеют дифференцировать радионекроз и продолжить воронку. Ну, может быть, ПЭТ действительно делают. Даже не только ПЭТ, они даже по МРТ смотрят. Да, имеется. Пациентка была консультирована диагностами. Они ответили нам на этот вопрос. Сказали, что при метастатическом поражении контуры метастатического очага будут более ровные, а при некрозе они более бугристые. Наличие перифокального отека при метастатическом поражении. И нужно тут смотреть время, какое было... После проведения лучевой терапии на whole brain. А перифокальный отек он и там, и там? Ну, при метастатическом поражении он будет больше. А эпизодов джексоновской эпилепсии не было после облучения? Дальше что было? Прогрессирование в августе 2017 года. Отмечено увеличение первичной опухоли в лимфатических узлах региональных, увеличение метастатического очага в головном мозге. Какова дальнейшая тактика лечения? Химиотерапия, хирургическое лечение? Единственный очаг, который всегда остается? Да, в теменно-затылочной области, да. Наконец его удалят? Сколько дистанции? Месяц волочной железы. Хирург помог, уже замучил. Что делали? Мы с августа по ноябрь 2017 года провели 4 курса картилы с полным эффектом в молочной железе и лимфатических узлах. Однако имеется продолженный рост сальтарного метастаза в головном мозге, усиление перифокального отека.
В декабре 2017 года пациентка была консультирована нейрохирургами, выполнено микрохирургическое удаление очага с дальнейшей пластикой дефекта. Гистологически это, да, действительно метастаз низкодифференцированного рака молочной железы с признаками лечебного патоморфоза третьей степени. Продолжена терапия трастуземабом и азальдронной кислотой. Почему не кальцируют? Доступа, наверное, не было. В июне 2018 года по результатам ПЭТ было единственное проявление болезни – это первичная опухоль в правой молочной железе. Какова дальнейшая тактика лечения? Повторная лучевая терапия, химиотерапия, хирургическое лечение или оставить пациентку под наблюдением? Я не думаю, что надо торопиться с хирургией в этой ситуации. Потому что, во-первых, опухоль как бы на качество жизни не влияет. Да что это хирургия. У этой пациентки гораздо больше проблем, нежели опухоль в правой молочной железе, я понимаю. Да, с учетом коррозии ремиссии. Да, но насколько, как надолго это? Ну, папа, она лечится 2014 года. Уже 5 лет. Вы можете не успеть выписать, извините, хирургическое лечение, как у нее может возникнуть новый прогрессив. Поэтому торопиться, мне кажется, с хирургией в данной ситуации. Я бы... Лучевая терапия. Нет, значит, лучевая терапия. На молочной железе. На самом деле, чисто технически понятно, да, что... Нет, в данной ситуации хирургия могла быть выполнена на любом из этапов. Да? То есть, другое дело, что это хирургия в данной ситуации, да, не имеет какого-то, кроме паллиативного, да, по большому счету. С другой стороны, вот удалив этот очаг, то, так сказать, врачи, которые лечат, да, перестанут вообще понимать, что это пациент. Да, по большому счету, да. То есть, ну, да, безусловно, будут обследования, будут поиски новых метастазов. Полный ответ. Ну, конечно, да, нет, окей. То есть, если общественность будет настаивать, конечно, хирург не сможет отказать. Или это размещение очень агрессивный хирург. Теоретически могла бы быть проведена и повторная лучевая терапия, поскольку первая лучевая терапия буст, не был выполнен буст. И теоретически после 5 лет мы можем сделать локальный объем лучевой терапии непосредственно самого опыта. Ну, мне кажется, то есть если как бы она если подросла, задача стоит все-таки локального ничего. Воздействия на эту, то я считаю, что в данной ситуации хирургия проще и эффективнее. Да. Тогда в каком объеме? Мастектомия, конечно. Что решила общественность? В июне 2018 года выполнена радикальная резекция молочной железы с региональной лимфоденэктомией и одномоментной аллопластикой. Это ВМП, это драйверная операция? Или ПДЛ, например? По данным обследования от ноября 2018 года, МРТ головного мозга без прогрессирования, КТ грудной клетки без данных МТС, УЗИ брюшной полости без опухолевой патологии, радионуклидные исследования костей без отрицательной динамики.